Hi guys, what's up guys? Всем привет, с вами Макс Риск. Всем привет, друзья, да, с вами Макс Риск. Русский видеоролик. Может, конечно, на английском, но проще русский. На английском мы уже делаем ролики, ссылка на канал в описании, либо в вкладках канала найдете. It's English. I speak schools, у нас канал на английском. Сегодня будем выигрывать новых героев. Да, я знаю, что я тут уже выиграл. Вы скажете, что ты выиграл, ты нам не показал. Сейчас я покажу новый герой, который я выбью себе. Также вы можете тоже выбить. Заходите еще 15 раз для получения эпического или легендарного героя. Как думать, какой у меня герой, пиши в комментарии. Также лайк, подписка. У нас для получения медали. Медали — это собирать там вот эти вот... потихонечку этих солдатиков. Ну, есть еще супер медаль, это которая дает нам нового героя, эпический меткий стрелок Майк. Давайте подальше. Майк, добро пожаловать, Майк. 3100. Ну ладно, так вот это Ронжа уже говорил, можно на канале поискать. Так что ж ты умеешь у нас? Легко возбуждается, нервный и всегда готов нажимать на курок. Он живет доказательство тому, что опасности не обязательно быть дольшим размером. Свой небольшой рост Майк, ну да, маленький еще. Майк с лихвой. Что такое лихвой? Напиши в комментариях, я не знаю. Компенсирует уменьшение ловкости стрелкам. Эти пушки, что ли, да? С двух рук, ладно, уже как-то, ну, не мой стиль. Такой вот себе. Значит, скажите, куда я воинов отправил? Они сейчас нас копают, так мы видим на персонажа. Вон, видно, что они копают нас. Также, друзья, заходите сюда, вот, получайте награды. Все-таки это последняя награда, когда вы видите сюда, вот. Раньше, возможно, было больше, но не знаю. И, кстати, где они поделись, эти вот мутагены? Мне тоже как-то их... Они как-то мне нравились в этом сражении. Почему их убрали? Ну ладно, ладно. Так, обучение уже все, да? Что мне еще нужно? Уровень завершен. Вот. Тут не завершено, мы это прокачаем. Сейчас так будем играть с сумочки, возможно, что-то новое выбьем. Думаю, понятно? Но тут еще есть еще один факт. Так, вот, создаете кучу аккаунтов. Чтобы получить все героев, даже новый сервер, можете к ним зайти. Скажите, когда новый сервер? Через неделю. Все. Через неделю будет новый сервер. Вот так разработчики примерно говорят. Как игра, как неделю. Но если как-то они не умеют, значит они заняты. В выходные дни они дома у себя, вы знаете. Но я тут так думаю. Ну, в Discord за ним следил. Бесплатный персонаж. А, ну, не хватит нам. Нам явно не хватит. Ладно. Давай. Блах. Спасибо. Нужно еще 10 раз. 10 раз, блин. Как в китайском Brawl Stars. Я уже китайский Brawl Stars записывал, просто в поисках води. Китайский Brawl Stars Max Risk. Найдешь там. До 21 серии. Там еще есть некоторые. С одинаковыми превьюшками. Это уже 19 штук. И 2 превьюшки одинаковых. Получается 20-21. 21 ролик по данной теме. Можешь поискать. Давай сейчас поищешь там и поставишь, сохранишь плейлист. На дипчике так можно. Да, так можно. Просто сохранишь там, добавить плейлист и добавишь китайский Brawl Stars. Все. И посмотри, там очень классно. Ну, конечно, потом посредненько там не очень. Ну и ладно. Значит, смотрите, мы что-то не выбиваем нового персонажа, но я выбил, вам показал очень классно. Блин, сундучок, стой. Вставай, блин. Так, давай. Кстати, да, тут еще можно. Ждите обнову. Как малыш, маленький малыш, космос. Когда я его тоже с вами пропустил. Он тут был, находился, но я не знал, блин. Подписан на всех ваш канал. Даже ВК, кстати. ВК русский, мы там. Просто GVP спешите, найдете. Так, куда же мне пойти? Давайте же стой. Подожди, стоп. Я никуда не пойду, потому что мне не прокачано. Они просто ленятся. Так, блин. Вы качаетесь вообще, а? Что тебе вы? Так, золото не качаю. Там, где? Помощь. Так,
все, пошли. А, подожди, воину куда отправить? Ну, мы всегда так делаем, друзья, тактика, придерживайтесь, чтобы потом добывать ресурсы. Скажите, куда ресурсы девать? Ну, ответ найдете сами. Я не знаю, если честно. А, знаете, куда их можно, этих солдатов? Где-то отправить в поиск куда-то. Сейчас покажу. Так, Shift Alt нажимаем и смотрим карту. Что может помочь? Кстати, да, тут у нас есть некоторые что-то типа того. Мне не надо. Такой уже координаты можно поиск. Хорошо. Так, давай, такая. Чтоб не лагало. Извините, это вся территория. Забрать, построить. Вот, кстати, можно уже строить башню. Башню строить, давай, постройка. Создать отряд. Давайте весь отряд, чтобы там охраняли. Друзья, это чугутка. Знаете почему? Это ваша точка, блин. Это как не знаю, что, блин. Это моя точка. Друзья, выходите, это моя точка. Ладно, можете тут соваться. Стоп, а как я это сделал? Герой что ли нажимал? По-моему, нажимал клан. Ну, стоп. Банд нажимал, потом поход нажимал, потом войны, территории нажимал, потом это нажимал. Распределите банды. Давайте распределимся таким. Это наша база. Чё там нельзя нам? А, наверное, уже поздно. Захвачен. Дайте место. Кусочек. Не, не хотят. Занято, говорят. Отмена, постройка. Ну все, мы уже один строим, это очень хорошо. Так, давайте, уходите отсюда. Не хотят тут уходить, ладно. Так, как там уже стройка? О, построить можно, кстати. Прочность 1. Скажите, сколько это? Наверное, времени забит очень много. Но он не строит. Владелец кто-то. Время завершения 24 часа. Пустить. А что значит? Чем больше война, тем лучше. Окей. 15 часов. Как помню, да. Вот 24. Вот 20. Лучше так делайте, друзья. Стройте точки. Вот тут нужно их девать. Так, дальше. Давай новые. Давай, подожди, не надо. Ух, давай этот 6. Тун-тун-тун. Возможно, он перестанет. Выбьем именно сегодня. Не, мы уже, я уже вчера выбил. Показал вам Майк, маленький Майк. Также еще пару персонажей, там один еще. Да, два персонажа. Возможно, из-за того, что он... Спасибо, что ты помог. Там, возможно, из-за того, что я не прокачан. Мне нужно именно сюда нажимать, друзья. Именно сюда вот. И через там два раза в основном персонаж будет. И так нужно часто. Так, ну да, это то, что... На 100% ты не сможешь выйти персонажа, потому что... Убить персонажа, потому что ты слишком быстро разговариваешь, ага. Так, давай прокачаем. Кстати, тут нужно три пушки качать. Эту качать, третью, или можно все. Я не знаю, как это происходит. Но я помню, что так можно. Каждую отдельную пушку нужно качать. Там за 3 секунды я уже показывал ролики, я думал. А, ладно. Ничего не скажу. Промолчу. Можно спалиться в роликах. Можно идти в роликах. Все увидишь. Так, друзья, значит, отправляем их в путь. А то нечего тут бездельничать. Тем более у нас тут железо миллионы. Кстати, новый персонаж там. Что-то новенькое. Я почитаю, конечно. 9000. До 9000. Скажите, а почему так мало? Качайте базу. Тем самым увеличится. Так, что у нас такое? Состояние за происходяществом. Во, кстати, вот это вот мутанты. Почему у нас такого нету? Во время состояния за превосходство во всех боях на выживание земли будет наноситься увеличение урона, а войско будет гибнуть. Это плохо. Это прикольная штука. Подготовь топливо. А, это потом будет. Это подготовка сначала. Я думаю, где топливо, кстати, делось? Вот оно. Составление за превосходящимся уран. На станции будет загружаться в ракету. Окей. Вот очень интересно. МЗ хватает на персонажи без лидера. Смотрите, почему? Ну, лидеры просто так лидеры. Так, что нельзя? Качать 2 секунды. 2 секунды, блин, качайтесь. Знаете, а сколько там еще секунд? 8. Очень четко. Четко качаться, блин. Сыночков. Так, вот. Друзья, блин, заходите сюда, получите сыночки бесплатно. Вроде бы я уже везде побывал. Получаю. Вау, класс. Обезьянки сражаются. Вау, как я...
так тяжело. Ладно, увойсик. Насколько? 2 секунды, отлично. Берите пушек. А дальше, пожалуйста, качайте базу. Это очень важно. Потом уже можем веселиться. А, да, для базы нужно качать щит. А для щита нужно качать мопеды. А мопеды заняты. За что еще мопеды? Ладно, сколько там минут? 5, 2. О. О, прям сойдет, прям. Сэкономил, так скажем. Давай, собирайся. Лаборатория, блин. Может быть, лабораторию улучшить на то время? Ой-ой-ой-ой, завершить. Я случайно, ладно. Я что-то завершил. Так, помощники, батарейки. Что качать? Качайте ресурсы сначала. Там попить. А, все нормально. Кстати, еще в клан вступайте, там тоже. Если где наш клан, то, не знаю, прям воскресенье 500, блин, да, хорошо. Кстати, если хотите побольше спетик зарабатывать, то куда идти? Ну, я думаю, уже все знаете, сообщение, прочитай, забрать. Она у вас так забирается, видите? Ну, тут показывается, потому что мало сообщений. Если много, то они сразу добавляются вам. Поэтому не волнуйтесь, они добавлены. Видите, уже 750, вообще шикарно. И скоро переходите, там участвуйте этот звоночек какой-то. Сюрприз, там сюрприз, что прям ну, что-то прокачаться. Так, как там сейчас точно. Вот, ну что прокачать можно еще? 2 секунды только. 2 секунды. Может даже немножко больше. 49 секунд. 50 секунд. Да? 40 секунд. 23. Ладно. Ошибился с временем. Ну ладно. Так, ладно. Вау-вау-вау! Получи 2-5 миллиона чести. Честь. У меня это честь снимать Edge Vapes. Если вас тоже, то лайк или смотреть, честно. Без обмана. Так, стоп, там что-то еще выиграл. Я что-то еще выиграл. Офигенно, разберем. Мам, 8 тысяч, прям ровно 8 тысяч подписчиков. Мне раз самое классное. Что было бы. Да? Так, давай вступить. Куда хоть-нибудь? Давай, вам. Ого-го. Вступил, отлично. Так, помощь. А, ладно, нельзя. Нельзя так, нельзя. Так, все, вроде прокачаем. Ладно. Так, даже. На. Строй, на. Помой, помощь нужна. А тут как-то нельзя. А, тут тоже, кстати, уже можно. Все, отлично, блин, помогайте. Ладно, ладно. Все дальше. Мне. 25. Так, потихонечку можно что-то замутить по-быстрому. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Или хотите медленно? Битву еще хотите. Не, ну битву мы уже делали ролик, пару роликов. Может, она может посмотреть. Пока что. Пока что может быть что-то одного. Ну, так, спасибо большое, да. Защита, кстати, щит уже пропал. Да, там на время дается. Ну ладно, вообще-то это. Не так уж и важно. Плюсики. Давай соберем. 18-й день. Блин, как вырасти крылья у нас? Они раскрывают нас уже. Давай, дам. А подождите, воинов нужно брать. Хоть куда-то. Наша тактика. Управляйте, чтобы вы не ленились. Блин, нам даже не хватает этих воинов, отправка. Ну ладно, зато второй отряд пойдет. Даже еще не хватает, блин. А, только двойка. Да блин, друзья, так как сложно. Ладно, прокачаем базу. Все-таки я что делаю делать? А можно и новый герой? Тогда хочу. Либо новый герой, новый объект, новая сила, новый дата. Вау, ну герой. Я же говорил вам, друзья, новый герой. Сэр Френис. Так, давай почитаем немножко. Только вот так вот. Как-то я сегодня не хочу читать так много. Так вот. Ну, вы же мне разрешаете. Я же так делаю ролики, смотрю. Бургер! Ставлайте сюда лишь бургер. Еще на других роликах. Еще на канал Бро Риск. Подписывайтесь на Бро Риск. Там треки вообще шикарно. Погляди, как он бьет своим щитом по земле. И от удара расходится мощный конусообразный волны. Конусообразной волны. Окей. Снижаемый урон. Он снижает кому-то урон. Окей. Кстати, он для добычи ресурсов подходит. А я что-то как-то не выпускаю. Ладно, шучу. Ладно, больше так не буду делать. Я буду выпускать этих воинов. Героев, а не воинов. Блин, что со мной? Учить не нужно. Которые наносят противникам. Окей. Так, все уже. Брать. Окей. Все, выполненный квест. Там, кстати, 10 наград даются. Значит, нужно все-таки собирать
Или же здесь сразу 10 штучек бабах прям аж. Там была так бабуна. Может быть, знаете, что там штучек построить, да? Да. Прокачать 2 секунды. Четко вообще. На 8 секунд. А, 7 секунд? Да тут еще, наверное, меньше. Кстати, кто-то нам из обезьян пришел сюда, вот. Это, конечно, будет плохо. Эй, блин, кто-то звал воинов. Стоп. А, ладно, два назад. Друзья, убирайте так вот. Потому что у вас будет 1500. Блин, я забыл про это. Стоп, а давайте посчитаем по-умному. Смотрите. 8100. Общая сила увеличивается. То есть, если мы будем так делать, то сила 300 с героем выше. Герой выбираете. А для ресурса можете выбрать их тоже. Они только отряд поднимают, а не загрузку. Загрузка они сколько не тащат. 1200-1500. Но это тоже, конечно, важно. Давайте, герои, хоть что-то нам помочь, помогайте. Да, все-таки это полезно, но только вот, вот этого загрузка как-то маленькая. Так вы без героя пойдете. Загрузка нам не нужна. Так что геройка и в дефе. Да, нужно, кстати, вот вам что и скажу. В деф его ставить. Как это сделать? Нажимаете на щит, броньку, убираете героя. Только чтобы он был здесь еще. Мервик. Который сейчас здесь находится. Один хоть должен быть дома. Вы там тактику сделать, кто помнит. Ладно. Вроде меня уже кайфую, но я уже устал играть Edge Waves. Кстати, хотел бы играть другую игрушку. Ссылка на канал Risk Start в описании или в поиск вводить. Там тоже прикольная игрушка. Да, но лучше всего я снимаю аниме. Почему нет? Макс Риск, просто пиаримся так немножко. Прокачиваем. Да, прокачивай. Ускоряйся, а то тебя сразу сдавят. Говорит он на матку. Ха-ха-ха. Все, новый герой, друзья. Скоро будет больше у нас северов. И у нас будет больше воинов. Кстати, когда я первый раз играю в игру Edge Waves, скажу вам еще дополнительный совет, бонус. Какие персонажи не были? Конечно, не был Ронжа, я вообще его не помню. И не был Мастод. Я даже ролик про него не записал. Не успел просто. Также я и тебе как-то не помню. Ну, в общем, на 50 на 50 я этим очень. О! Когда я прошел игру, он был в акции. То есть, когда он появился, я тоже появился. Привет, да. Клоун, да, блин. Не как я, клоун, блин. Легендарный. Это как я, друзья. Все. Я появился, это значит я буду. Выбирайте персонажа, выйдите куда уходите. Так, этот я успел записать ролик. Как же тебя? Два ролика на двойную тему. Вроде бы ты уже в игре был. Я не в курсе был. Я в курсе был тебе. Так. Вроде бы ты тоже был новым, но сначала этот. Не сначала ты, потом уже этот, и я вам его понял. Вот так вот. И Роджер, ты тоже вместе с ним. Так, Мэнкен, я тебя не знаю, эти тоже не знаю. Вроде тоже не знаю. Нормальный, все. Ну понятно. А всем спасибо за просмотр. С вами Макс Риск. Я нам только ролики записываю. Ну ладно. Ссылка на следующую серию в описании. А не, ссылка на прошлую серию в описании. Следующую это можно так найти. Так, извиняю, мне как-то не нравится. Вот это вообще четкий. Он такой разноцветный. Ну, я же на Discord там изменяю эти банды. Поэтому все знают. Разноцветный, типа подходит синий, красный. Белый. Кстати, нужно было белый никнейм сделать. Ну ладно, потом сделаем. Всем удачи, всем пока-пока.